Здравствуйте, сейчас в парке Щербакова проходит День дружбы. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, как здесь красиво. Донбасс всегда был гостеприимным для представителей различных народов и национальностей. И сейчас здесь насчитывается более 10 национальных общин и землячеств. Каждый народ старается чтить свои корни и сохранять культурные традиции. Чтобы учиться понимать и уважать друг друга, в Донецке решили проводить ежегодный городской детский фестиваль «День дружбы». В этом году он проводится второй раз областным фондом «Хесед Цдака» и волонтерами проекта «Твори добро, Украина» при поддержке Донецкой областной государственной администрации. Какая главная цель этого фестиваля? Главная цель сплотить ребят, представителей различных национальных меньшинств, познакомить их вместе и чтобы они подружились. Выполнили ли вы тот план, который поставили себе? Да, у нас участвует более 12 общин, общин национальных меньшинств. Более 150 детей участвовало в нашем фестивале. И как бы этот фестиваль смог реализоваться только благодаря участию команды, которая состояла из 60 волонтеров. Это профессиональные фотографы, дизайнеры, аниматоры, психологи, тренеры, ну и так далее. Для детей разных национальностей в рамках фестиваля предусмотрены различные мастер-классы, тренинги, игры, развлечения и выступления артистов. Трудно ли научиться лепить вареники, как вы? Нормально их делаю, делал когда-то в детстве, но вспомнить это, повеселиться всегда рады. И дети, и взрослые, все это лепили. Вам это нравится? Да, это весело, но сказать, чтобы я смог их слепить и есть, я не могу. А нравится это окружающим людям? Конечно, все рады, все этому, это полепить, что-то сделать руками, извозиться в муке, это всегда пожалуйста. Угощение для участников и гостей продумано в традициях украинской национальной кухни. Так что программа фестиваля оказалась интересной и вкусной. Привет! Нравится вам здесь? Да! А какие ощущения? Отличные! Как тебе конкурсы? Хорошо, очень нравится. Здесь много хороших людей, с которыми я успела познакомиться. Тебе нравится конкурс? Да, конкурс, я думаю, справедливый и очень прикольный. Привет всей Макеевке! Загадав желание, участники фестиваля выпустили в небо множество ярких воздушных шаров. Будем надеяться, что мечты наших детей обязательно сбудутся.